Итак, всем привет! По Шенди, здорово! Здорово, мальчик! И Теди Мучандвич, если вообще смотришь это видео, что вряд ли. Здорово вам! Ну что же, так, где мой секундомер? Запускаем. Перед просмотром этого видео советую вам попробовать вот эту вот конфетку. Клубничное наслаждение, а потом молочное наслаждение. В общем, советую вам попробовать. Итак, а с вами я, Кирилл, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 4. У нас уже второй сезон, и мы все-таки, сука, догнали мы первый сезон. У нас уже 13-я серия, 13-я, понимаешь? Ну, не будем затягивать время. Бежим, как говорится, бежим по пути Резидента. Мы тут уже бежали в прошлой серии. Убили там Дона Сальвадора, там этого дрыща. Потом этих Ганадосов, Хренадосов убили. Камень раздолбали нахрен. Наконец-то я убрал эти проблемы. С этим, как его там. С этими программами, потому что я скачал определенные другие противоположные программы. И с помощью этих противоположных программ удалил говно программы. Которые, может, они не говно программы, просто они мне нахрен не нужны. Сейчас я, конечно, веселый, и это веселье как раз в тему, потому что сейчас будут очень неприятные гости. Которых я просто терпеть нахрен не могу. Понимаешь, что я такое не могу, что я не могу их терпеть? Это, блин, сука, это... На! Получай. Как и говорил мальчик по Шенди, нужно их на лету сбивать. Нужно их сбивать на лету, тогда у них мало шансов. Два луча осветит новый путь. В общем, нужно найти каких-то два луча и осветить ими путь. Логично, сука. Итак, мы получили патроны к пистолету. У нас тут один летает, какой-то неприятный типак. Блин, черт его побери. Я боюсь вас. Я вас боюсь. Сгущата вы мои. Где ты? Я чуть-чуть обосрался от страха, блин, ёпта. Не, я боюсь, я лучше возьму это, дробовик. От греха подальше. Я уже в четвертой серии с ними намучился. На. Не, ну я бы с ними так не мучился, если бы у меня было бы прокачанное оружие, задолбал жить. Ты подыхай. Не, если бы мне было реально прокачанное оружие, я бы их победил бы. Сразу, ну максимум с 4-го раза, блин. Ну не с 10-го, 30-го, блин. О! Как-то потом от дробовичка. Против них лучшее средство, лучшее лекарство это дробовичок. Больше ничего. Ну, еще оружие помощнее, конечно. Магнум, ну, магнум нужно для Миши ГТ... Ой, блин, то есть для Краузера поберечь. Блин, я их... Чё-то возьми, вот тут надо взять лучше сделать. Ой! Я тут разговариваю, меня эти гады сжирают. Быстренько убили. Сюда, наверное, просветят два луча, в эту сторону. Или куда-то в другое место, и откроются какие-то там ворота. Мне нужно попасть, в общем, войти и дальше держать свой путь. А, не сюда, вот сюда, да-да, вот сюда откроется. Здорово. Блин, я уже забыл. О, отлично. Так, возьмем пока этот. Так, вон я вижу, вдалеке эти дебилы летают. Сейчас мы их, они пока летают, можно их просто сбить. Так, летает еще один неприятный гость. Чё он не сбивается? Да, но он тупит. Кажется, я туплю и идет за этим два. Еще он еще тупит. Блин, нафига я два раза стрельнул? Блин, они какие-то дебилы, они то они с первого выстрела убивают, то их с пятого нельзя убить. Чё за бред? Ну и что же хочу сказать. Салазар
То есть, ну, Мамошка 2 очень серьезно расстроен нами. Да, он потерял свою правую руку, точнее, он ее не потерял. Она жива, его правая рука. Она жива, но она не сделала свое дело. И Салазар очень разозлен. И он постарается направить свою ненависть в лучшее русло. В общем, он постарается направить свою ненависть против нас, но она обернется против него самого. К сожалению для него и, к счастью, для нас. Ё-моё, сколько у вас есть, я вас боюсь, ребята. Вы это, я сейчас Валеру достану. Чёрт. Черт, пожалуйста, нет, умоляю, не бейте меня, пожалуйста. Граната более-менее спасает этих уродов. Вот первая пещера, не будем, кажется, разглагольствовать, пойдем. Блин, задолбал, дай мне с пистолетом проходить как мажору. Так, теперь я пистолетом его добью. И все. А то нельзя пистолетом убить. Оказывается, еще как можно пистолетом убить этих идиотов. Это реально какой-то... Это идиот, серьезно. Так нападают по-дебильному. Сейчас я этот собью, этот шланг. Блин, шланг. Этот рычаг нажму, я не появится, сука. По скрипту нафиг. Ну и бесит уже, не могу эти дебилы. Вот мы первое сделали, осталось второе. Еще одно. И будет все. Ну ты понял. Заедет дальше, ты знаешь. А, нет, ну сейчас они не вылезают. О, блин, там какие-то... Там патроны к пистолету. А, о, к автомату еще лучше, отлично. Так, сейчас нужно быть поосторожнее. Все эти дебилы, они немедленно, как говорится. Посмотрим время. 6:40. В общем, еще вообще мало времени прошло-то. Последние патроны к винтовке. И мы сбили. Тут он не перезарядился. В чем плюс? Так. Пока они нас не трогают. Мы их не трогаем, и они нас не трогают. Это отлично. Логично, да? Так, а куда нам идти? По-моему, сюда. А, да, сюда. Точно. Вот сейчас они точно появятся. Даже это очевидно, потому что я это проходил. Ну все, вот они, эти два луча, направили луч света, и открылись эти ворота. Точнее, они, по-моему, мы их сами откроем. А, да, они просто, они в огне расплавились просто. Сейчас мы их откроем. Итак, с этого момента сейчас будут появляться дебилы. Ну, в общем, это говоря грубо. Это грубо говоря. А вот не грубо говоря, будут появляться эти тупые насекомые, господи, пожалуйста, помилуй меня. На, держись, Лайон Скотт Кеннеди. Ё-моё, господи. Блин, что делать? И что это сейчас мне делать? Я не понял. Вот что сейчас делать? Они мне просто вот чисто меня окружили. А, есть идея. Так, только надо еще аптечку использовать, а то они меня могут сейчас схватнуть. Так. Сейчас так вот делаем, просто нахрен бежим отсюда. Задолбал, да сколько у вас тут есть гниды вот такие. Помогите. Помогите. Носи мою. Блин, ну господи, ну сколько у вас тут есть, серьезно, ребята? Вам не надоело? Сейчас мы вас... Опалим, как говорится, свинцом, сука! На! Сколько мы сокровища-то сейчас соберем? Они идиоты?
Да, и такие пипец страшные. Такие даже в самом страшном сне, блин, не приснятся. Ух ты. Сколько от них растоля. Я даже пойду вернусь даже. Там он что-то лежит, я вижу. Ради этого я даже вернусь. Мои вы маленькие. Мои вы маленькие насекомые. Блин, исчезла эта хрень. Но зато трава есть. Это хоть хорошо. Так, ну ладно, не будем тут всех убивать. Кажется, мы не ищем трудных путей. Зачем нам еще, блин, сражаться с этими идиотами? Ну все, в общем, мы пробегаем. Это вообще этап, как говорится, самый легкий, его любой идиот пройдет. Хотя сначала я не знал, как проходить. Вот подобные этапы, вот есть вот копии таких подобных этапов, есть в Resident Evil 5. Такие же подобные этапы. Так, вот сейчас нужно нажать на рычаг. Я раньше вообще его не заметил сначала. Потому что если мы не нажмем на рычаг, то будет, в общем, пад целых три штуки. Вот этих вот три глыбы, и мы просто не сумеем пробежать. А так они падают две. Средние не падают. Вот у нас есть преимущество. Так, ну и все. Итак, теперь у нас вот тут лифт. И мы по нему поднимаемся. Все. Ну а я пока съем вот эту вот конфеточку. Конфеточку-деточку, как говорится. Ну, мы прошли главу. Отдыхаем, ёпта. Да, конечно, сложная была. С этими тупыми насекомыми, блин. Но мы справились, мы молодцы и умницы, как говорится. Так, а это уже белого хрен цвета, видишь? Видишь, как они отличаются? Красное и белое. Ну, белое, синее, серое, без разницы. Ну все, дальше направляемся мы на поиски Эшли. Так. Чем-то немножко попахивает первым сезоном. Скажи, пошли. Да. Прикольно. Так, записка, давайте прочтем. Письмо от Ады. Когда из яйца Лас-Плагос появляется паразит, его почти невозможно удалить из тела, но до того его можно нейтрализовать с помощью лекарств. Если же паразит вылупился, его можно извлечь с помощью операции до того, как он станет взрослым. Но это нелегко. Операция по его извлечению смертельно опасна для жизни носителя. Насколько я знаю, девушки сделали инъекцию раньше, чем тебе. У нее не так уж много времени. Ты должен приготовиться к самому худшему. Это становится очень опасно. Да, Ада вон нам помогает. Хотя я вообще хрен знает, я забыл вообще, кто ее переводил. Это было лишь один раз. Ну, скоро еще будут переводы, так что не волнуйся, Пашенди. Так, я кое-что о чем поговорю, кое о чем. Когда сохранюсь и продавца поговорю с продавцом. Так, сейчас с продавцом. Так, давайте что-нибудь у него, как говорится, го закупимся. Так, патроны, да. Продать, то есть. Королевский символ. Отлично. Так. А синий? Синий где? Синий где? Обманули! А, я его продал. Я его уже продал. Не знаю, покупать очень большой дипломат, ну и наверное, нафиг его. Прокачаем пекаль. Бонус 57, охренеть. Ружье прокачаем. Не, лучше бабочку. Винтовка. 80 тысяч. Охренеть. Да, маловато у нас денежек. Ну да ладно, сохраняемся. Нормально так пошли насекомых, в отличие от четвертой серии. Ну, в четвертой серии я реально был дебилом. Ну, там осень была холодно, сейчас вообще тепло. Видишь, я в футболке даже во втором сезоне. Я в футболке, как в первой серии. И как в шестой серии, по-моему, тоже. 13-я серия, нихера себе. Ну ладно. Сейчас будут наши враги. Оказывается, знакомцы. Видал, пленный будет. На ходу перезарядить. Не на ходу, а. То есть, держа в руках. Да не каждому дано. Так.
В общем, давай, что ли, залезем. Тут где-то лестница была. Сука, спалил. Ну ладно. Да. Что ты мне сделаешь? Сюда иди, будем с тобой играться, как с игрушкой, с иголочкой. Прям нафиг, прямо тебя. Ну да, кстати, с насекомыми такой был один тяжелый момент. Это вот бесит больше всего, когда они собираются стаями, нападают прям все, прям. Вот это вот в натуре тяжело победить, потому что один тебя бьет, он, ну, там, когда бьет, он не видно ограничения, он может, то второй бьет. И просто тогда начинает казаться, что игра тебя полностью не щадит. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так. Ну. Я думал, он взорвется. Блин, я думал, у него хлопуш. Ой, динамит. Почему у него нет динамита? Да пошел ты. Ой-ой-ой-ой. Как мне страшно, я боюсь. Я хаотикс. Как он до такого расстояния дошел? Как он дошел? Вообще, я думал, он не дотянет. Это своим тупой шарманкой. И чё? Ой, как страшно. Да вы все тут дрыщи. Блин, сейчас эти тяжеловато стало, потому что они с двух сторон подбегают. И это вот, кстати, меня бесит. Ребята, вы это, поостыньте, поостыньте, пожалуйста, это маме, пожалуйста. Ай, блин, блин, спасите. Меня изнасилуют, помогите. Пошел ты, я не боюсь. Очень заломало, залогнуло. Им стало стыдно. Перед хаотиксом, перед великим мастером хаотикса, мастером времени и пространства. Попадаешь ты. Пошел ты. Вот так взял. Ну так, неплохо с ними справились. Так, идем дальше. Кучи собрались, блин, как гопники, блин, напали кучи. Я тоже так могу кучи напасть. Сейчас вообще, блин, пожалуйста, в полицию. Блин. Иди сюда, вообще, кто там вообще нападал? А, я же их убил. Блин, я хотел на них уже ментовку заяву накатать, блин, я забыл. А, Леон же сам из ментовки, точнее, он в прошлом из ментовки. На котором побывал-то ни дня не побывал. Ну, да вообще пофиг. Так. Насколько я помню, мы отсюда вылезем. Когда войдем вон в ту дрочильку, как говорится. Так. И, в общем, или, по-моему, отсюда вылезем. Что-то я не помню, честно. И, по-моему, оттуда. Так, сколько там времени? 17 минут. Осталось не так уж и много. И, на самом деле, чуть побольше, но, ну, на секунду где-то так. Так, в общем, нам нужно сюда войти, нужно найти какую-то деталь, в общем, маску льва, что ли, что-то типа такой хрень. Так, и тут я помню, что-то лежало, но я почему-то как не могу на это наткнуться. Почему-то никак. Ага, вот, бирюзу. Ну ничего. 750. Ладно, все, не будем тут все осматривать. Давайте сразу. Там прям так выпрыгиваем. Типа. Так, теперь открываем эту хрень. Нажимаем на хрен знает какую кнопку, мне вообще-то пофиг, наверное. И прыгаем туды. Но перед тем, как мы прыгнем, мы сохранимся, так как. Блин, давай, выпрыгивай. Ага, мы сохранимся. Но я это сейчас это поставлю на паузу, чтобы, ну, в общем, не трепать нервы пацанчик, чтобы сразу и, ну, уже когда сохранюсь, пойду сюда. Ну, в общем, появлюсь уже
Вон у того отверстия появлюсь. Все, давай, жди меня. Я иду, я телепортируюсь. Итак, по Шенди, все, я сохранился и появился у этого отверстия. Все, я слезаю. Так. Все, мы появились где-то вообще какая-то, блин, а-ля Принц Персии, забытые пески, где-то в пустыне тут шарим. Какой-то, блин, пергамент, где-то мы, что-то... В пустыне тут от Хамона, что ли, я не пойму. Наверху находится подношение ко льву. Блин, нужно найти. Ну ладно, все, спускаемся вниз. Такой. Вообще, в принципе, это можно было объединить в третий сезон, потому что тут уже как бы не замок, уже это уже другое пошло, и Ганадос опять появились. Ну ладно. В общем, будет 13-я серия. Ну, это, конечно, не пятница 13-я, но более-менее. Итак, все. Вот они, Ганадосы стоят. Мы победим мы их и остального этого гомосека в следующей серии. Пока мы их пощадим. Жизнь, сука. Пока пощадим их. В общем, на этом все, пацанёчек. Закончили такой довольно мирный на данный момент обстановки. Это у нас была второй сезон, 13-я серия. Как я уже говорил, мы перегнали. Перегнали первый сезон. Опять же, в ней не было роликов. Ну, еще где-то одна часть еще без роликов. И следующая уже точно будет с роликами. Итак, все, это был второй сезон, 13-я серия сериала Resident Evil 4. Надеюсь, тебе понравилось. С тобой был я, Кирилл. В общем, в этой серии мы прикольно всех побили, насекомых этих, ганадосов, хренадосов. Потом включили такую крутую музыку, которую включал Дин Винчестер в 22-й серии 5-го сезона сериала «Сверхъестественное» в машине. Потом мы тут еще, в общем, позабавились хорошенько, телепортировались, все такое. Все, это была 13-я серия, с тобой был я, Кирилл. Удачи тебе, пацанчик, и пока. Эту серию я снимал в среду.